И, конечно же, задание на проектирование обязательно, да? Обязательно. А если у нас промышленный объект или инженерные сети, даже при жилищно-гражданском строительстве, для того, чтобы проектировщик мог разработать проект и оценить нам с вами стоимость проектных работ, то есть сделать смету на пиры, мы, конечно, должны иметь технические требования и технические условия. Иначе мы с вами ничего не сможем оценить так, как надо работу проектировщика. Поэтому обязательно, видите, да, задание на проектирование, даже согласно Гражданскому кодексу. Ну вот, собственно говоря, мы на практике начинаем с этого задания, рассматриваем и иногда могут сметчику как бы поручить, да, составьте техническое задание, ну, элементарная там отделка, например, да, вы привязываете помещение, площадь к зданию там или к плану БТИ, и иногда просят, да, пишите, где, сколько, чего и как. Ну, а вообще это должен проектировщик, вернее, должен давать, конечно, заказчик, зачастую это сам проектировщик и пишет, в общем-то, для себя. Иногда заказчик не может даже сформулировать техническое задание, если это какие-то, например, слаботочные системы, да, где автоматизированная система управления, где идет язык математики, там, да, это, конечно, все должен сделать либо проектировщик, либо даже есть специализированные организации, которые и готовят техническое задание для проектирования. Ну, что-то вроде таких инжиниринговых служб.
Так, какие еще нам? Да, ну и подрядчик обязан, подрядчик здесь имеется в виду проектировщик, конечно, должен соблюдать все требования в задании, а задание должно соответствовать 87-му постановлению, требованиям 87-го постановления. К нему мы тоже вернемся еще с вами попозже. Статья 760-я. Обязанности подрядчика. Ну, подрядчик или проектировщик обязан выполнить проект в соответствии с заданием, требованиям, определенные сроки, да, за определенные вознаграждения. А обязанность заказчика, ответственность, так, еще у нас есть ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ. Это тоже очень важная статья. То есть проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, да, проектно-сметной документации. Сметная документация, часть проектной у нас всегда была и остается. Мы должны об этом помнить. И выполнение изыскательских работ. Это тоже отдельная тема, потому что изыскательские работы у нас тоже должны проводиться в начале проектных работ. Если даже, например, экспертиза у нас с вами повторная или типовая, то это не касается части изыскательских работ. Они проходят экспертизу каждый раз заново. Каждый раз заново. Исключая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ. Ну и в ходе обнаружения недостатков, замечаний, проектировщик по требованию заказчика должен устранить эти недостатки за свой счет. А обязанность подрядчика, как мы понимаем, уплатить подрядчику или проектировщику установленную цену по договору, по контракту после завершения всех работ и так далее. То есть, да, вот это 762-я статья у вас тоже на вооружении. Ну и необходимость экспертизы проектной документации, конечно, это мы с вами все понимаем. Да, вот фотографии. Вот к чему может привести трещина, осадка здания, разрушение. Разрушение насосной в данном случае. То есть, в данном случае. Поэтому экспертиза, прорыв бассейна в стадионе Кубань в Краснодаре. Вот такие вот страшные картины. Ну, строительство – это искусство, дорого продать, обложенный стройматериалами воздух. Вот здание в Китае, видите, просто завалилось. Просто завалилось. Изображение. Просто упало, да, целиком. Да, да. У нее ни трещин, ничего. Все. Завалилось. Инженерное сооружение. В случае. Удар молнии. Молнии защиты отсутствует. Похоже. И такие. То есть причины, конечно, экспертиза определяет. Выдергивание арматуры, то есть правильно заложить арматуру. Ну, тоже очень важно. Ну и основные причины обрушения зданий. Неверная экспертиза, ошибки проектировщиков, некачественное строительство или неправильная эксплуатация. Ну, опять загадка у нас так и осталась, что с вами Трансвальпарк, да, потому что обвиняли и эксплуатирующие компании, что там не расчищали снег, да, и проектировщика кончили, что он строит, да, вот, форму здания без учета нашего климата, снеговых, ветровых нагрузок и монтажное управление в неправильном монтаже колонн. Ну, то, и строителей турецкие фирмы, да, что они там сэкономили, что-то неправильно сделали. То есть, ну, так и не нашли.
Каждый оказался, в общем-то, прав. Вину мы так и не нашли. А ошибки были. Ну, поэтому вот экспертиза, конечно, необходима. Значит, за последние годы было внесено множество поправок, дополнений в документы, которые регламентируют проведение экспертизы проектно-сметной документации. Ну, где-то с 2008 года взялись за это. Серьезно за это мероприятие, и несколько документов у нас появилось, или либо изменилось, либо корректировка была, либо появились новые. Так, теперь документация, которая регламентирует, да, проведение экспертизы или экспертизу сметной документации. Как всегда, мы начинаем с 87-го постановления, которое тоже у нас пересматривается. Постановление 87 о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. То есть это действующий документ на сегодня. Все старые СНИПы отменены, и мы руководствуемся 87-м постановлением. Поэтому в любом техническом задании на проектной работе, да, вот кто у меня учился по перам, знает, что прежде всего мы смотрим, есть ли, изложено ли в техническом задании ссылка на 87-е постановление. То есть все требования, либо конкретно вы прописываете, да, все разделы согласно этому постановлению, либо ссылка на него. Значит, здесь мы делим состав раздела к объектам и к линейным сооружениям. Записали, да, ссылку. 87-е постановление, наша настольная книга. В общем-то, и для сметчиков тоже. Состав разделов. Пояснительная записка, общая пояснительная записка к проекту. У нас не одна пояснительная записка, это пока общий раздел. Том, да, должен быть. Иногда здесь может быть том сбора исходных данных, еще присутствовать СИД. Ну, в этом первом разделе, да, сбор исходных данных, если это требуется проекту. Схема планировочной организации земельного участка или по-старому генплан. Ну, если присутствует. Если присутствует архитектурные решения, АР, КР, конструктивные решения объемно-планировочные. Целый пятый раздел посвящен инженерному оборудованию и инженерным сетям. В свою очередь, пятый раздел состоит система электроснабжения, водоснабжения, водоотведения теперь обязательно, вентиляция, кондиционирование, тепловые сети, сети связи, куда у нас с вами входят и слаботочные системы, вот в этот вот разделчик, система газоснабжения и технологические решения. Постпроект организации строительства. Ну, на каждом своем семинаре, да, я твержу, что сметчику нужен ПОС. Сметчик не может жить без ПОСа. Да? И даже есть книжка у Насенко, автор Насенко Игорь Юрьевич, ПОС и его влияние на сметную стоимость. То есть все условия, которые отличны от нормальных условий строительства, должны быть изложены в ПОС. Вот сегодня смотрела ПОС на дорожное движение. Посмотрела, прописан коэффициент. Не МДС 35, 36, 37, 38, 40. Пусть они там будут изложены, все эти условия и коэффициенты. Но это лишь всего методики, методические рекомендации. Они рекомендуют, но основание всегда ссылка на проект. А проект, что это ПОС, то есть в ПОСе и желательно и в пояснительной записке, да, чтобы это встречалось несколько раз, должны быть изложены условия. И тогда на основании проектной документации, ну никаких МДСов, ради бога, на основании проектной документации, на основании ПОСа вы можете применять на стесненность 20%, 35%, может быть и несколько у вас будет коэффициентов, пожалуйста. Кто работает с проектировщиком, если это генподрядчик или просто подрядчик, и работает рядом с проектировщиком, замечательно. Сразу им говорить, не забывайте прописывать в ПОСе. Потому что потом корректировать будет сложнее.
А если у вас это будет отсутствовать, у заказчика, у инвестора есть основания, чтобы снимать вот эти коэффициенты. Вы будете долго бегать и биться, потом уже пройдет конкурс. Поэтому, пожалуйста, это на что? Это на что мы его должны с вами видеть, читать внимательно. Если есть часть проектной документации, да, он оплачивается отдельно, но у нас с вами нет, если у вас бюджет федеральный, нет сборника базовых цен на составление ПОСа. Были временные рекомендации, они сейчас отменены. Поэтому считаем по форме 2П калькуляцию. Если заказчик федеральный не пропускает форму 2П калькуляцию, то тогда за счет подрядчика по статье накладные расходы. Если вы хотите ПОС и требуется ПОС, то, пожалуйста, за свой счет. Некоторые учитывают, дают как бы безвозмездно ПОС, ну, учитывают это, например, при тендерной, при конкурсах. Да, мы вам дадим ПОС бесплатно, но вы это как бы учите. Некоторые так вот тоже козыряют ПОС. Так, значит, снос и демонтаж объектов. Если идет снос зданий, конечно, должен быть проект на снос. К сожалению, но встречается на практике, что сносят целое строение по нашей системе. Ну, я тоже рассказывала, как я бьюсь, чтобы что-то было описано. Снимаются не только все несущие конструкции, но и порой целое здание. Все хотят подогнать в капитальный ремонт или чуть ли не в текущий. Вот так вот весело. Я говорю, нет, конечно, по сносу давайте проект. Но смотрите, если все-таки отсутствует пост, да, вот где прописать наши условия? Пускай будет положение, доп. Соглашение, протокол, справка, положение по ведомству, где будут прописаны условия, а если у вас нос, пожалуйста, акт обследования, или, ну, дефектная ведомость, это по смете, конечно, идет, а вот отдельно акт обследования и какое-то техническое задание по сносу тоже пускай будет прописано, согласовано заказчиком и проектировщиком. Да, совместно. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Ну, дорогой тоже раздел, дорогой. То есть, да, надо снять все показания, прежде чем дать заключение, уже замеры провести, да, дать заключение и расчет, сколько это обойдется. Ну, тоже, да, экологи у нас с вами есть. Но мероприятия по обеспечению пожарной безопасности не забывайте тоже. Вот нужен этот раздел. Ну, прям, ну, игнорируют и зачастую, вот, если электрика, если поменяли светильники, там, да, щитки, ну, сделайте несколько расценок, хотя бы измерение тока, там, да, фазировку, а еще лучше проверить, есть ли заземляющий контур. Ну, мы пропускаем экспертизе эти там 4 расценки буквально именно в разрезе как мероприятие по пожарной безопасности. Несколько расценочек надо включить, что прошли испытания, да, все наладка, и все работает, и все будет нормально. Потому что пожары у нас катастрофически не кончаются, как мы с ними не боремся. А вот пропускать эти разделы и мероприятия, и расценки заказчик готов только там. Мероприятие по обеспечению доступа инвалидов, ну, тоже я рассказывала, это тоже везде присутствует, не только в жилищном строительстве, административные здания, да, доступ, и даже спортивные площадки. Рассказывала, когда требования, вот ремонт здесь по Павловскому району спортивных площадок, и в смете мне сказали, а у вас нет в смете мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. Я говорю, а что я должна сделать? Он говорит, ну, что-то. Я говорю, ну, просто будет подъезд, да, значит, инвалидной коляски, просто не будет бортового камня. То есть я уменьшу расход камня. Нет, сделайте отдельно раздел, и в нем пропишите, что там, да, устройство дороги, калитки, там, запасной выход, вход там сделайте отдельно, и еще какие-то там поручни или еще что-то. Вот отдельным разделчиком таким заставляют переделать. Ну, это и правильно, наверное. А вы уж, пожалуйста, не забывайте.
Так, ну, требования энергетической эффективности, это у нас осталось, это у нас и было, всегда, в общем-то, присутствовало. Наш раздел смета опять состоит пояснительная записка, только уже к разделу в проекте сметной документации. Значит, не ленимся, а пишем отдельно записку, которая касается составления сметной документации. Что за объект опять? Опять можете прописать те условия, которые отличают объект от обычных, да, чтобы еще раз эта формулировка встретилась. Какая база? Да? Какой бюджет? Какая база? Применена, какие индексы пересчета применены? Какие нормативы применяются? Накладных расходов и сметной прибыли. Ну, это не только 33-й, там 25-й МДС, да, или по Москве. Это могут быть индивидуальные нормативы. И тогда вы прописываете и даете калькуляцию. Так, ну, сводка затрат не обязательно. Вот сводный сметный расчет, опять же, мы согласно 87-му постановлению все-таки делаем. Все-таки делаем, если это смета не на отдельные виды работ, то и даже если на отдельные, если вот правильно, да, составлять. Пусть один, вот недавно был один локальный сметный расчет, но надо сделать и объектный из него же, и сводный сметный расчет. Ну, здесь тогда не будет локальная смета брать на себя роль объектной сметы, а вы сделаете отдельно локальную смету, а все лимитированные затраты, да, как положено, вы внесете в объектную смету и разнесете в сходном сметном расчете. Просто выделите. Так, и, конечно, если опять же у вас федеральный бюджет, то база ФР обязательно должна присутствовать в реестре сметных нормативов, которые нам дает Минстрой, сайт Минстрой. Деятельность, да, архитектура градостроительства, ценообразование и реестр. Он обновляется где-то раз в 2 недели. Поэтому смотрите внимательно, и чтобы ваш сборник, нормативная база ваша входила в этот реестр. Сводный сметный расчет, подготовка территории остается у нас. Основные объекты, да, то есть, ну, это надо знать каждому сметчику, собственно говоря, и требования, да, про аттестации сметчиков, это знание глав сводного сметного расчета, их нумерации, даже если вы не в службе заказчика, а подрядчика, потому что сводный сметный расчет – это удел заказчика, да, удел заказчика, вернее, проектировщика, а заказчик смотрит и корректирует уже смету под себя, но от проектировщика все-таки идет смету. Да? Смету должен составлять заказчик. А не как у нас после перестройки все перевернулось и бегают подрядчики. Данные непонятно откуда. Проектов зачастую нет, они же у проектировщика, да, и вот кто меньше даст, вот так вот получается. А потом начинаются перекосы, не уложились, не завершенка. И так далее. Дела судебные и разборки. Поэтому, как и положено, заказчик заказывает смету у проектировщика, затем рассматривает, пересматривает ее, что-то вносит какие-то корректировки, дает подрядчику. И здесь, если дает такое право, да, заказчик подрядчику сделать смету подрядной, из проектной подрядной, вот такой вот нюанс, да, то подрядчик опять, исходя из условий своего производства, тоже вносит корректировки. Тоже вносит корректировки. Ну, после этого уже тогда принимается. Да? Значит, мы все разносим согласно главам, да, и 12 глава – это не просто проектно-изыскательские работы, а теперь называется публичный технологический ценовой аудит, проектно-изыскательские работы. Но пока публичный технологический ценовой аудит – это, в общем-то, явление пока редкое, это для очень крупных объектов, вот как сейчас космодром, да, такие перерасходы в несколько миллиардов, конечно, идет ценовой аудит, разослан экспертным организациям и проверяются сметы и расценки. Ну, такие вот крупные объекты федерального назначения.
Будем дороги проверять, спортивные объекты, объекты обороны, Министерство обороны. Все это, конечно, будет проверяться. Так, и для раздела линейные объекты, ну, аналогично, только здесь выделяется полоса отвода. Ну, остальное все, в общем-то, тоже остается. Дальше. Экспертиза проекта. Значит, какой еще документ, с которым мы работаем? Экспертиза проектной документации и результаты инженерных изысканий у нас регламентируются 145-м постановлением правительства о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Она не корректировалась, остается в том виде, в котором пришла. Тоже документ. 145-е постановление. 5 марта 2007 года. Для всех. Постановление правительства Российской Федерации в регионах представительства госэкспертизы. Филиалы, если это госэкспертиза. Так, нет изменений. Это вам неправильно сказал. Изменения были. Изменение постановления 970, запишите кратенько, 29.12.2007 года. Корректировка была. Изменение 29.12.2007 год, номер 970. Предмет государственной экспертизы проектной документации является ее оценка соответствия техническим регламентам. Ну и всем требованиям, которые мы с вами перечислили. Еще раз напоминаю, у нас там звук исчезал. Значит, перед проектированием обязательно техническое задание, условия, технические требования, решение местной администрации о выделении участка, топогеодезическая съемка участка, если требуется, технические условия на подключение к инженерным сетям, обязательно технические условия, тоже мы стоимость вносим в сводный сметный расчет, не забываем, и экспертизу, и получение технических условий. Все это не забывайте вносить, потому что, ну, как бы раньше это копейки были, да, можно было ничего страшного там пропустить. Сейчас это суммы приличные могут, да, быть, получение ТУ. Поэтому, ну, как бы тот, кто работает, примерно договаривается, знает цену, и вы уже в бюджет, в сводный сметный расчет все это вносите. Изыскательские работы мы тоже говорили, необходимы для того, чтобы проект разработать или рабочую документацию. Инженерные изыскания, ну, во-первых, мы тоже с вами рассматриваем. Это инженерно-геодезический, инженерно-геологический, гидрометеорологический, экологический, изыскание строительных материалов и источников водоснабжения. Вот такие вот у нас с вами работы и... Сборники, правда, старые, да, у нас 95-го года, 91-го года, уж устаревшие сборники, но, тем не менее, существуют, и мы расчет ведем по ним, ну, соответственно, индекс пересчета. Нет, ну, вот так, садитесь, мы практически работы мы с вами не дойдем, это на занятиях. Ну вот, если вы приехали очно, я говорю, можете остаться, девочки и мальчики остаться, и какие-то вопросы, если лично у вас накопились, ну, у вас наверняка. Тогда разберем. Так.
вперед. Что тут просто, что необходимо инженерное состояние. Это важная часть для расчетов оснований, фундаментов, да, чтобы не случилось того, что я вам показывала. Конечно, взыскание обязательно предварительно. Значит, порядок, да, прохождения экспертизы, но это мы тоже рассматриваем на семинарах. То есть некоторые просят подробно, как, куда ознакомиться с регламентом проведения госэкспертизы или не госэкспертизы. Не госэкспертиза тоже вид такой экспертизы. С государственной аккредитацией имею в виду. Тоже обязаны иметь регламент. Всегда на сайте организации вы откроете, регламент должен быть. Госэкспертизы. Вы знакомитесь, да, с регламентом. Не госэкспертизы на сайте. Как они проводят, да, регламент. Заявление по установленной форме. Дальше получить на заявление резолюцию от начальника службы или начальника управления на проведение предварительной экспертизы. Записаться на подачу проекта для проведения предварительной экспертизы в секторе предварительной экспертизы. Это госкомэкспертиза. Ну, а не госэкспертиза, конечно, попроще, да? То есть договор, третий, четвертый шаг упрощаем. Учетные карточки, ну или типа титулов, да, жилые общественные здания, сооружения или промышленные, коммунальные объекты, завизировать учетную карточку начальника сметного отдела. Бегунок в охране окружающей среды. То есть, ну, такая процедура, в общем-то, бюрократичная. Назначенное время предоставить вышеуказанные документы, справку стоимости ПИР или договор, проект, исходно-разрешительную документацию в сектор предварительной экспертизы. Получить договор возмездного оказания экспертных услуг и оплатить счет. Ну, как считается экспертиза, это я тоже показываю и в ПИРах, и вот на этом семинаре есть временная методика расчета экспертизы. Но экспертиза придерживается этого расчета, в том числе, вот мы, например, не государственная экспертиза, госаккредитации, мы тоже согласно вот этому вот расчету действуем. Так, значит, экспертиза у нас делится, еще раз, экспертиза проектной документации, это 145-е постановление. Экспертиза сметной документации, постановление правительства от 18 мая 2009 года, 427-е, да? Видите, оно регламентируется другим документом, 427-е постановление. Это экспертиза сметной документации. Хотя 145-е постановление, да, из всего вышесказанного, оно распространяется на экспертизу проектной документации и сметной в ее составе. То есть подход к сметной документации у нас двояко. С одной стороны, мы должны придерживаться требований 140, правильно, да? 145-го постановления, туда и сюда. И 427-го, ну, по другому закону. Ну, а, да, если отдельная организация, частный инвестор, это регламенты, можете дать не государственные, здесь регламенты организации, то, что я вам говорила. По бюджету еще раз, значит, федеральная экспертиза проектной документации у нас проводится федеральным органом исполнительной власти, госэкспертизой, орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Ну, то, что, да, вопрос был, то есть есть филиалы, уполномоченный или подведомственный орган от госэкспертизы, частный инвестор на свое усмотрение, любую экспертизу. Ну, это для обязательной экспертизы частного производства. Ну, структуру давайте опустим. Так, что подлежит у нас? Да, что подлежит экспертизе? Вернее, все, что подлежит, кроме исключения, да, проще исключения. Значит, жилые дома с количеством этажей не более 3 для проживания одной семьи. Да, вот тут некоторые споры. А если не более 3, но проживает 2 или 3 семьи, уже рассматриваем. Вот прям идем по закону Гражданского кодекса, да, 49-я статья.
Отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более двух, общая площадь которых составляет не более 1500 метров квадратных, которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности. Строительство гаража на земельный участок физлицу, не связано ни с какой предпринимательской деятельностью при этом. Строительство реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства, киоски, навесы и так далее. Но смотрите, тут есть коварный вопрос, ну и вспомогательный, да, вот здесь вот. А если вот эти киоски, навесы расположены, например, на территории морского порта, который проходит обязательную экспертизу, вот такие вот вопросы бывают. Рассматриваются или нет? Ну, опять надо смотреть, да, если как бы отдельно возводим, то нет. Но, как правило, они входят в общий проект, да, порта, значит, будем рассматривать в целом, без разбивки уже. Да, значит, госэкспертиза не проводится в отношении проектной документации объектов капитального строительства, ранее получившей положительное заключение госэкспертизы проектной документации и применяемой или модификации, модифицированной. Значит, типовая, это речь идет о типовой документации проектной или типовой, модифицированной документации. Значит, сейчас это положение, они есть положение, но они не работают. Я вот говорю, не рассчитывайте на типовую организацию, пока только в Минстрое готовится проект, что будет типовая документация и упрощена процедура прохождения госэкспертизы. То есть, если у вас будет типовая, значит, вы можете не проходить, или повторно, да, то есть прошла экспертиза, повторно, например, вы не делаете, за исключением чего? Инженерно изыскание. Ну, ждем проект, ждем. Вот-вот уже второй год ждем. Пока нет, и проходим все заново. Пока проходим все заново. Вот, формирование. Постановление есть. Постановление 791 27 сентября 2011 года, ну, относительно недавно, да, о формировании реестра типовой проектной документации. О формировании. Да, он должен быть, все это есть, но пока только формируем. Прописано отдельное положение, там все, да, но пока нет. Что такое типовой проект, типовая документация? Ну, пока мы это не рассматриваем, потому что, возможно, выйдет все обновленное. Типовая проектная документация, ну, раньше у нас определялась вот с НИПом, да, и входила в Федеральный фонд типовой документации. Все, соответствовать должно было буквы, цифры, да, проекты. Все должно по рубрикатору, так называемый рубрикатор был, и все это должно было соответствовать. Сейчас пока обновляем разработки. Так, это мы уже рассмотрели, да, типовое. Ну нет, пока не будет. Не вступила в силу, видите, не вступила в силу. Так, заключение выдается. Заключение после экспертизы. Ну, какое получится? Положительное или отрицательное? Вообще должно быть положительное. И добиваемся того, что, ну, какой смысл, да, отрицательное. Вот. Весь вопрос в том, как быстро исправят ошибки тот, кто подает документацию. Ну, сметной тоже это касается, да? То есть, если там, в течение 3 недель, допустим, это безвозмездно, а потом уже начинаем какие-то тоже условия, денежки брать. Так, расчет заработной платы на проведение государственной экспертизы, которую мы рассматриваем на семинарах, мы его рассматриваем, есть пример, но вы можете его найти в приложении к заключению, к постановлению 145 в конце. 145, так, сейчас. В
процентном соотношении от суммы проектных изыскательских работ или от расчетных данных, там определяется площадь в пределах периметра, границы объекта. Вот таблица, да, приложение к положению о экспертизе. Вот, процентом от суммы стоимости проектной документации и результатов инженерных изысканий в миллионах рублей 2001 года. А в текущий уровень, то есть процентом, переводим в цены 2001 года, берем процент, как некоторые проектные, да, работы, а потом переводим индексом уже дефлятором, который нам дает Минэкономики. Тот коэффициент, который мы с вами берем для определения цены контракта. Цены контракта, да? Когда мы смету считаем, мы берем вот этот вот дефлятор на год окончания строительства без разбивки на кварталы и на месяца, на целый год. Вот этот коэффициент КАИТИ, да, он и берется по данным Федеральной службы госстатистики, Минэкономики, сайт Минэкономики. И индекс инфлятора, или индексы потребительских цен, как мы говорим. Вот в данном случае это будут индексы потребительских цен за услуги, потому что экспертиза и проектные, составление проектной документации – это не строительство, это услуги. А когда мы считаем на конкурс смету, там мы берем строительство, то есть МАР. Немножко разные будут. Да, вот эти подходы, помните, да? Переход от микроэкономики к макроэкономике. Ну и примеры, вот мы рассматриваем здания. Для жилых общественных зданий один расчет, для производственных другие расчеты. Коэффициент сложности, в основном, конечно, это сейсмичность, да, которая у нас нет. Да. И если одновременно проводится экспертиза инженерных изысканий, проектной документации, там 10% скидка. Нежилые здания у нас считаются от стоимости проектных работ. Ну вот если в течение двух недель, да, если повторная, да, экспертиза, то в течение двух недель плата не взимается. Позже уже начинаем смотреть. Разграничение есть между, кто-то вот спрашивал про регионы, да, есть разграничение между федеральными и региональными экспертными органами. Ну, это для их деятельности. Так, что еще? Негосударственная экспертиза, негосударственное положение, то, что дано право проводить госэкспертизу негосударственной экспертизе, это постановление, спешите, правительство номер 272 от 31 марта 2012 года. Вы вправе отдать ваш проект негосударственной экспертизе. И все права уравнены. Потому что это определяется не организацией, а аттестованными экспертами. И в госэкспертизе, и не в госэкспертизе. То есть экспертизу имеет право проводить только аттестованный эксперт. Ну, проектировщик. Поэтому право такое есть. Сначала приостановили, потом возобновили. Сейчас оно действует. Ну, наверное, не будем останавливаться сейчас подробно на негосударственной экспертизе. Но такая, в общем-то, тоже есть. И тоже алгоритм прохождения. Все это должно соблюдаться. Вот аттестация, да, то, что я вам говорила. Должна пройти аттестация для того, чтобы эксперт имел право проводить экспертизу.
постановлением, это определено постановлением 271 от 31 марта 2012 года. 271 постановление правительства РФ от 31.03.2012 года. Аттестация на право подготовки заключения, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. До 1 апреля 2012 года сначала, потом опять возобновили, и сейчас оно действует. Соответственно, имея определенное количество экспертов в организации, организация имеет право на проведение либо экспертизы проектной документации и отдельные инженерные изыскания. Они всегда идут отдельно. Допустим, обжалование, да, то есть заключение экспертизы можно обжаловать. Тоже запишите, вдруг кто-то недоволен, бывает. Итак, приказ номер 126, Минрегион тут уже взялся. Приказ Минрегиона от 23.03.2012, номер 126, в скобочках обжалование заключения экспертизы. Тяжело, конечно, обжаловать, сами понимаете, да? Они всегда правы, эксперт всегда прав. Просто скажут, недостаточно данных дали, и все. Но можно попробовать. Судебная экспертиза, тоже, да, такой вид экспертизы, когда уже мы все это выносим в судебном порядке, то есть когда иск подается и требуется третейский, да, судья, вступает экспертиза, причем не одна может быть, это может государственная судебная экспертиза, опять негосударственная и на долгие годы, на долгие года затягивается, как правило, да, потому что опять можно обжаловать судебную тогда, и следующую экспертизу, и так вот до бесконечно. Денег не дождешься. Ну, все, примерно все то же самое, все соблюдается, все постановления, приказы соблюдаются только в разрезе именно судебной экспертизы. И здесь еще нет, ну, необходимо знание таких вообще процессуальных вопросов и требований. Лучше, конечно, не доводить. Значит, 427-е постановление, которое мы написали, да, на смену пришло 590-му постановлению, оно раньше называлось «Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета». Эффективность использования средств федерального бюджета. Но с введением, опять же, ФЗ-44, понимаете, оно это как бы утрачивает. Нет смысла в этом, да, постановлении. И все на уменьшение цены пошло. Поэтому проверяй, не проверяй, эффективно, неэффективно, все равно пройдет конкурс, и вся эта эффективность будет опять идти на снижение. Поэтому это как бы утрачивает силу и остается постановление 427-е. Называется оно «Порядок проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которое финансируется, которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета». Вот это постановление у нас сейчас действует. Постановление 427. 18 мая 2009 года. Это и есть проверка сметной документации. С отдельными изменениями. Проверка сметной документации может проводиться одновременно с проведением госэкспертизы проектной документации, без проведения
зачастую иногда просто сметы проверить, да, без проектной документации. После проведения проектной документации, экспертизы, ну, то есть как бы независимо. Может быть независимо, а может быть и вместе. Вместе просто выгоднее будет, да, по цене. Тут тоже существует определенный алгоритм подачи заявления, заключения договора, инженерные изыскания, опять же, нужны, да. Положительное заключение госэкспертизы проектной документации могут попросить. Почему? Если она проходила экспертизу, да, потому что это основание для составления сметной документации, проектной документации. Если она требовала экспертизу, да, прохождение экспертизы, то она и будет потребована. Да? Даете согласованный проект, проверяют потом смету. Иначе у вас не будет оснований. Да? То есть для проверки сметной документации и для составления, безусловно, должно быть основание. Это проектная документация. Проектная документация. Правила проверки тоже могут быть поэтапно, там, с разбивкой на этапы, ну, в зависимости от объема. Ну, и некоторые такие процедурные вопросы тоже мы рассматриваем. Возврат может быть, если не полностью данные исходные данные. Предмет изучения и оценка расчетов, которые содержатся в сметной документации для установления их соответствия сметным нормативам. Значит, в заключении мы так и пишем. Сметная документация соответствует действующей сметно-нормативной базе по реестру, там, да, вот, который в реестре сметных нормативов. Либо заставляем его переделывать, потому что ну, прошли изменения, 31 приказ, да, Минстроя и 703 приказ в начале этого года. Да, вот эти изменения, изменились расценки, а некоторые по-прежнему тяготеют к наладочным работам, там, да, которые в 10-м сборнике, они уже исключены. Или расценки понижены некоторые, да, то есть сметы ниже у нас. Получается, что сметы по новой базе ниже, чем по редакции 2014 года. Поэтому подрядчик норовит оставить редакцию 2014 года. Да, и тут нам тут помогают функции экспертизы, что в смете.ру, да, проверка сметы, что в грант-смете экспертиза. То есть мы сегодня буквально загрузила, проверка, и она сразу дает. Не соответствует, нет в базе, нет формулировки, уже быстро видно, написали заключение. Конечно, программа приходит на помощь, что это эксперту. Так что тут внимательнее. Просто так мы не смотрим. Именно обновление базы, которая в федеральном реестре. Ну, а московская, если база ТСН, должна соответствовать тем дополнениям, изменениям, которые тоже приходят к этим базам. Значит, бывает так, что не просто дать оценку, ну, как правило, да, там раскритиковать пух и прах, вернуть заключение. Нет, конечно, мы работаем, да, чтобы быстро исправлялась документация, корректировка шла и обратно, да, там, в экспертизу. Почему здесь вот не государственное лучше? С гос все отдали или какое-нибудь ведомственное и ждите там, да? Ну, в Газпроме ведомственное. Сколько? 2 недели должна рассматриваться? Рассматривается по 4 месяца. Потому что там не специалисты. Тоже рассказывал, да, вот беда. Госэкспертиза примерно так же. Ну, есть у меня вот эксперт в госэкспертизе. Он говорит, а что мне торопиться-то? Кто это твой имя? Забросит куда-нибудь дальний ящик и все. И там руководство, почему? Тянешь сроки, все прошли, то есть сроки. Ну и что, что сроки? Подожду. И получается года, да? Поэтому здесь не госэкспертиза. Мы заинтересованы брать немного, но делать быстрее в обороте, да? В обороте средств. Поэтому мы вот работаем быстро. Ошибки быстро отослали, исправили опять, опять нашли, опять отослали. Ну, вот где-то в течение месяца вот так вот отрабатывали. И уже все полностью. Ну, видите, тут не более чем
в 30 дней надо уложиться, да, но мы сколько по договору даем, столько и укладываемся. Здесь у нас, нас ничего не поджимает, не государственную экспертизу. Результаты проверки сметной документации тоже в виде заключения, тоже в виде, ну, отрицательного, конечно, нет, лучше положительное. Тоже по государственной форме государственного образца, просто в шифру присваивается, не про, где проектное, там проектное, где сметное, там сметное, где вместе, там тоже своя кодировка. Ну, а такое же заключение, в общем-то, выдается. Ну, и здесь опять одновременно, после вы можете, как угодно, все то же самое, плата, это госэкспертиза, там 20%, если после проведения госэкспертизы проектной документации. Но опять же, это временный порядок, он рекомендуемый. И зачастую госэкспертиза, конечно, не будет этим 20% придерживаться, а поставить 40, а то и 50. У них внутренние свои как бы расчеты, и ну, вот что хочет, то и делает. Кроме того, они разбиты на кучу организаций. Да, теперь, значит, смотрите, госэкспертиза, у нас НДС не взимает с госэкспертизы, да? Но в последнее время там сама госэкспертиза говорит, носите в сводный сметный расчет НДС с экспертизы, потому что у нас там куча всяких организаций, которые уже почти не государственные, ну, берут НДС и все. Поэтому лучше заложить, там видно будет. Так, ну и все. И тут пример, задание мы считаем как будто экспертизу. И вторая часть всех наших семинаров. Так. Это, ага, здесь. Это экспертиза, непосредственно сметная документация. Разбираем типовые ошибки, которые встречаются. Сейчас мы с вами пройдемся. Первое – это выбор сметной нормативной базы. Значит, если объекты финансируются с госбюджета или частично, пусть Минздрав, например, и что-то финансирует государство. Это ФРМ. Это ФРМ. Пусть часть городской заказ или областной заказ, а часть государства, значит ФРМ. Значит ФРМ. Если вам говорят взять другую базу, значит не прав заказчик, а он тоже ошибается, а иногда инвестор. Тут вы должны подсказать, что это федеральный бюджет. Федеральный бюджет. Значит, когда еще мы берем ФРЭ? Ну, инвестор, понятно, частный инвестор тоже может быть, да, взять ФРЭ. Когда нет сборников или расценок в ТЭРах. Да, в ТЭРах. Мы здесь, как исключение базы, мы не имеем права менять. Никакие базы, ни ФРЭ и ТЭРы, ни ТСН и ни СН-2012, ни укрупненные расценки по московской базе с единичными. Ничего мы не имеем права мешать, кроме одного. Если это нет в ТЭРах, да? Если нет, то можно взять расценку из базы ФР, но индекс пересчета для региона. Да? МДС 35, наше правило. Поэтому вот настройка базы, ну, да, все определяется сразу, ну, будь то. Да, то есть параметры, настраиваем базу, типовые настройки. Вначале смета.ру именно так разработана, что как настроишь, я говорю, так и поедешь. То есть программисты максимально стараются, чтобы, выбрав настройки из справочников типовых настроек, все у вас было корректно и правильно настроено, кроме уровня цен, да, потому что уровень цен вы выбираете сами, либо по статьям затрат назначаете сборник, либо по индексу по смете в целом, по письму Минстроя, да, и ФР для Москвы, помните, у нас с четвертого квартала отсутствовали индексы ФР для Москвы, да, то есть правая графа отсутствовал с четвертого квартала. Сейчас вышло дополнение, выходит. То есть письмо будет без Москвы теперь и будет дополнительно вслед за ним идти письмо для Москвы отдельно. Для Москвы отдельно. Кто работает в федеральном бюджете. Да? Не по четвертому кварталу 2014 года, как мы раньше, да, тянули, но уже
все терпение кончилось, да? Мы теперь смотрим дополнительные письма, которые выходят за письмами, ежеквартальными письмами Минстроя. То есть поэтому с уровнем тут будьте аккуратны. Ну и все, и типовой расчет, в принципе, все у нас остается. Главный настрой. Для Сметы.ру выходит девятая версия. Девятая версия. Она не намного будет отличаться, не будет такого перехода, как от 7 к 8. 13 октября будет семинар, посвященный новой, презентовать новую версию. Гостиница «Молодежная», то есть «Стройсофт» проводит. Вот, и можно туда 5000, 4900, по-моему, стоит семинар. Можно послушать, будет Горячкин, наконец-то появится, давно он у нас не выступал. Да, давно, вот решил выйти опять, расскажет нам о реформах всех, которые прошли. Презентация девятой версии будет, ну, отличия ее. В принципе, отличия небольшие. Самое прекрасное отличие то, что вот здесь вот еще не входя в смету, будет стоять общая стоимость. То есть так у нас слепая смета, мы не видим и начинаем открывать и смотреть. А сейчас будет прямо вот здесь вот итоговая стоимость сметы. И можно поиск вот быстрее осуществлять. Еще некоторые моменты, поэтому послушайте. СН 2012, ну сыроватая база, конечно. Вот, много чего нет, поэтому пока не рекомендуем. Но упорно ее тащат, заказчик прям хочет вперед. Вперед тоже будет представитель рассказывать вот об этой вот базе. Что есть, что ожидаем. Поэтому 13 октября, пожалуйста, приходите. Стройсов. В Гранде, соответственно, тоже, да, мы. Настройки у нас. Начинаем с настроек. Гранд откроется. Мне интересно. Седьмая версия, новый релиз завтра. Семинар бесплатный. Семинар. Выбор базы. Выбор базы. Да, самое главное. Конкретный регион у нас ТЭР, да, или региональный бюджет. ФР и ТЭР вместе, если отсутствуют, да, помню. Ну, здесь не только ФР плюс ТЭР, можно, если отсутствует ТЭР, можно и ГЭСН, да, ГЭСН тоже. Ресурсный метод добавить. Ну, с разрешением, да, инвестора. ТСН финансируется бюджетом города Москвы или любой, опять же, частный инвестор. Любой частный инвестор. ТСНБ, наша любимая база, Московская область, да. Московская область. Тоже внимательнее, потому что Мособлэкспертиза, ну, наверное, самая суровая. Самая суровая. Тяжелая. У них несколько индексов пересчета для Московской области, да. Это для ФР, которые они же сами утверждают, разрабатывают как исключение. Как исключение. Это не даже федеральный. Москва это федеральный центр, да? А Московская область сама, они сами. А да.
ТСНБ, территориально-сметно-нормативная. Это общее название территориально-сметно-нормативной базы ТЭР Московской области, ТЭР Подмосковья, ТРП называемая. С 12-го... Нет, ТЭР, если Московская область, ну ТЭР или ТСНБ 2012 года для Московской области база, тоже обновленная. И тоже она сейчас обновлена по приказу 31-803. Она то тоже ТЭР Московской области, проще говоря. А, есть такая база, да? Конечно, еще какая. Еще какая, трудная экспертиза тоже. Говорю, мне индексы пересчета, все свои, несколько видов, там только успевай. Правильно применять, да. Свои МДС немножечко свой, 35-й имеющий, свои положения есть. Есть и расчеты, которые ну, для всех подходят тоже. Вообще-то Обручево, ну, соблэкспертиза, Обручево и вся нормативная база, ну, туда можно обратиться и приобрести, да, литературу, базы и так далее. Документы, регламентирующие порядок определения сметной стоимости. Значит, мы делим для ФР и ТР, это МДС 35, для ТСН Москвы, города Москвы, это 1 глава, общее положение, 12 глава, общее положение называется. Общее положение. Две базы, да, ТСН для Москвы, это государство в государстве. Вид строительной продукции, опять же, в настройках. Строительство, реконструкция, ремонт, в том числе ремонт производственных зданий и сооружений или жилищно-гражданское строительство. Значит, у нас с вами типовой расчет, например, да, вот смейте руку, типовой расчет. Вот здесь мы должны определить, что у нас будет строительство. Ну, ошибку до сих пор целые два года никак не исправят. Строительство или реконструкция, значит, одна настройка. Капитальный ремонт жилых и общественных зданий. Обратите внимание, нет, например, слова сооружений. Вот тут тоже ошибка, то во что гораздо. Значит, если ремонт здания, то выбираем здесь настройку. Если капитальный ремонт производственных зданий и сооружений, наружных инженерных сетей, улиц и дорог местного значения, мостов и путепроводов дороги, если ремонт дороги, вот сегодня прям буквально ошибка была в СМИ. Если ремонт дороги, значит выбираем уже вот здесь. Даже если это дорога ну, регионального значения, значит переходим сюда. Упрощенное налогообложение. Помним, да? Коэффициент 0,9 к накладным расходам будет добавляться, вернее, к сметной прибыли и 0,94 к накладным расходам. Хозяйственный способ 0,6 к накладным расходам. Сложные здания и волоконно-оптические линии тоже у нас идут отдельно. Тоже идут отдельно. С повышающими коэффициентами, как и оптиковолокно, когда мы в пусконаладочных работах выбираем категорию наших систем. Первая, вторая, третья. Помните, там, да, как относится к какой системе? Мы всегда, если волоконно-оптические линии, мы идем на уровень выше, потому что считается трудоемкое производство, да, при прокладке волоконно-оптических кабелей. Ну, дорогой, усложненный, поэтому здесь всегда идет выше. Даже и типовой расчет будет повышающий коэффициент. Так, значит, здесь нам важно. Ну и коэффициенты вам все это вот тут подсказка есть для коэффициентов. Для коэффициентов здесь подсказка. Так, значит, вид продукции. Значит, нарушения при составлении смет. Какие, как правило? Выбор расценок. Выбор расценок. Да? Применительно. Ну, как правило, если прямая, это понятно. И то некоторые, есть прямая расценка, пытаются как-то выкрутиться. Значит, нет, пожалуйста. То есть, конечно, применительно здесь можно и поспорить. Не бойтесь спорить с заказчиком, с экспертизой. Доказывать, что вот так вот именно. Ну, некоторые мы, конечно, сметы рассматриваем, когда говорю, подходы, да, экспертизы проверяющих заказчиков.
генподрядчиков, если субподрядчик, да, и, соответственно, подрядных организаций. Да, то есть споров много. И поскольку расценки у нас не все, далеко не все, и обновлять их некому, потому что госзаказ на обновление не выделяется по-прежнему, ничего мы не дождемся. Поэтому то, что есть, берем применительно и пытаемся доказать. Значит, это первая ошибка. Норма накладные расходы и сметных прибыль. Да, накладные расходы и сметные прибыли. Но программы нам позволяют, да, автоматически как бы применять нормы. Да? Но если это согласно МДС 33 и 25 или тем более московской базе. Но в московской базе что мы должны четко помнить? Что индекс. Все определяется индексами. Помните особенности ТСН. Все приходит с индексами, в том числе нормы накладных расходов, сметной прибыли. Они могут поменяться в любой месяц. Они приходят уже готовые, уже уменьшенные на 0,85 и 0,8. Но здесь надо разделять ремонтный сборник и новое строительство. На стройках, да? На стройках есть также. Нет, не путать. Не просто брать Москву, там, да, базу индекса, а... не знаю, есть у меня сейчас этот пример. Так, ТСН. ТСН. Да? Здесь разделяем новое строительство и ремонт. Тоже помню. Все зависит от чего? Новый или ремонт? Все будет зависеть. Когда мы будем выбирать ремонт, когда новое строительство? Вопрос. Нам позвонит, скажет заказчик. Ну, ответ в смысле. Выбирайте. Сами придумали. Или в договоре прописано. Договор подряда нам определит вид строительства или ремонта. Да? Мы не можем по нашему желанию поставить ремонт. Хотя явно вот ремонт идет. Нет, пускай это будет прописано. Почему начинаем с договора подряда, с гражданского кодекса. Да, вернули. Что прописано, то и выбираем. Соответственно, и политика назначения накладных расходов, сметной прибыли, поправочных коэффициентов будет своя. Неправильное применение индексов пересчета. Тоже надо смотреть, в какой базе, какие индексы, кто разработчик. Размеры лимитированных затрат. Ну, зимнее удорожание у нас как бы строгая, да, привязка. Например, если ФРТР, это ГСН 810502-2007. Зимнее дорожание у нас по зонам, там коэффициенты точно. А вот те же временные здания, сооружения. У нас несколько подходов, да? Мы можем взять по сборнику нормативному, можем посчитать, опять же, по ПОС, да, посчитать. Вот, и либо, здесь тоже очень, да, важный подход, вы берете либо расчетом, либо нормой. Пересечения не должно быть. А вот закрывать КС-2, да, будете по факту наличия временных зданий и сооружений, например. Многие лимитированные, например, резерв средств, непредвиденные расходы, да, непредвиденные, резерв средств, непредвиденные расходы и затраты. Опять МДС 35, опять он рекомендует проценты, но нет, раньше ну, был определенный СНИП, который давал вот этот вот резерв, сейчас нет, сейчас по договоренности заказчика. И резерв средств – это деньги заказчика, непредвиденные расходы, деньги заказчика. Захочет поделиться с подрядчиками, он с вами поделится, если вы подрядчики. Нет, значит, это его расходы. По практике заказчик делится, чтобы поменьше подрядчик ныл и говорил, я не укладываю в конкурсную цену, вот тебе непредвиденные, там половину, а то и больше вот видела. Вот там и копайся, ко мне не обращайся. Бывает и так, это хуже. Лучше пускай они будут у него, и он нам на допы как-то выделяет из непредвиденного. Включение затрат, учтенных нормами накладных расходов и сметной прибыли. Но это любимая песня подрядчикам. То, что входит в подготовку объекта к сдаче. Сдачу объекта в эксплуатацию. Защита окон, например, при ремонте. Мытье окон.
ёршики в туалете, в туалетной бумаге, извините, да? Не надо все на капитальный ремонт. Не надо. Все это в накладных. Или как пример, вот мы пример, да. Да, не обязательно, сколько дает. Ну, смотрите, если промышленный, вот «Газпром», да, это резерв средств, «Газпром» 3%, непредвиденный, промышленный у нас 3% по МДС, у «Газпром» ровно 1,5% дает подрядчику, 1,5 себе. Где-то видела 2 по промышленному, то есть отстань от меня, 2 тебе там, а то и 3. Все практически не оставляют. Это, конечно, как договориться, но некоторые не дают. Говорят, это тут у нас на Лубянке не дают никаких непредвиденных, какой это предвиденный? Боятся, просто боятся, да. Еще после этой Минобороны. А как же это непредвиденные расходы? Поставишь себе, а потом конкурс. Он все равно же упадет. Сводным-сметным. Заказчик ставит непредвиденно. Ну, это если проект есть. А если просто на текущий ремонт. Ну, что упадет, уменьшится, да, но резерв-то остается, ну, на долю уменьшаемого коэффициента. Опять же, резерв же не просто не будете брать, вы будете обоснованно, да? И сколько вы оттуда выберете средств, может, он дал вам там в размере 1,5%, но только 0,5% возьмите. То есть это возможно поставить непредвиденные расходы? Ну, даже должен если... ставить, конечно. Просто наше напуганное изменение в 87-м постановлении, там было еще раз прописано, что непредвиденный ставится в сводном сметном расчете. И заказчик снял у подрядчика непредвиденный. Лакальных сметов снял. Но себя он должен оставить, конечно. Заказчик решает. Да, это на решение заказчика. Почему вопрос был? С заказчиком как договоришься, да, это решает заказчик. Ну и неправильный. Максимально 10% на уникальное здание. 10 по МДС у нас. 35 МДС, настольная книга. Вот и до, да? Вот и до наизусть. А уж всякие моменты такие, да, мы разбираем. Как раз на семинаре. Неправильный расчет объемов работ. Ну что, обязанность сметчика считать объемы работ по, конечно, технической документации, не с потолка, никто не отменял. Поэтому чертежи надо уметь читать. Сметчик все-таки проектировщик у нас, да? Сметные мастерские, в проектные мастерских у нас были испокон веков. И сметчик это не только экономист, но прежде всего проектировщик, техник, то есть читать чертежи надо. Где дверь, где окно, да? Где какое подключение, реле и так далее. То есть могут сказать, вы сметчик, вы обязаны, вот у вас проект технической документации, и вы обязаны прочитать. Посчитать объемы. Но на своей практике я больше требую, конечно, чтобы была ведомость объемов работ, чтобы проектировщик сделал, чтобы спецификации хотя бы были. Нам по спецификации удобно идти. Ссылку, да, на пункты спецификации. Вот мы с вами в курсе технологии составления смет, даже со спецификацией работаем. Ну и в этих курсах тоже, да, где смет ошиб, то есть даем спецификацию и найди неправильный, да, где применено неправильно. Иногда спецификация, знаете, зачастую, да, вот мы на технологии это, да, составление рассматриваем. Смету, где сплошное несоответствие спецификации чертежам и пояснительной записке, да? Вот сплошное расхождение. Вот как тут быть? Что, верить чертежу, спецификации? Значит, выбираете что-то одно, скорее всего, спецификацию, да? Вот нам удобно объемы там посчитать. А то, что она не соответствует проекту, это пускай занимаются те, кто проверяет проект документацию. Или техническому заданию. Иногда в техническом задании одно прописано, а в проекте другое, спецификация третья. То есть наша задача не проверять проектную документацию, да, а брать ее в качестве основания для расчета смет. Поэтому делайте ссылку, ну, выберите либо чертежи, выбрали и по ним идете. Там же тоже спецификация объема. Либо в конце спецификации. Либо ведомости объема. Либо экспликацию там помещения, ну, в зависимости от цены. Если это промышленные объекты, оборудование, отдельные сметы. Вот опять тут белый, запомните, смета на строительно-монтажные работы и материалы. Это смета раз,
Смета на оборудование отдельно. Пусть она идет к этой смете, но отдельно. Это другая статья затрат в соответствии с технологической структурой, да, капитальных вложений. Это приемка оборудования, это сводные заказные спецификации, опросные листы у проектировщика для применения того или иного оборудования. Понимаете, это совершенно другое. Кроме того, когда идет проверка, когда видят смету на 60 миллионов, начинают проверять. А когда видят, что 50 миллионов ушло на оборудование, только 10 на СМР, и не копаются. Да? То есть, вот такое вот соотношение видят, все, мы показываем, все ушло в оборудование, и копеечные наши работы остаются, и уже легче. Проверка страны Круни такая строгая. Отдельно смета на пусконаладочные работы. С программами, с расчетами. И отдельно на ЗИПы к оборудованию. Тоже это такой момент печальный. Да? То есть ЗИПы дают давать, не давать, 10% от основного оборудования. Делайте отдельными сметками. У меня еще некоторые на программное обеспечение делают. Но не надо, это можно все в СМР. Вот старайтесь делать отдельно, будет меньше вопросов. И да, вот эти включенные накладные сметные тоже. Я даю смету на практике, пример, где за несколько миллионов убирают листву. Подготовка газона, ну, у нас на там, миллион с чем-то, да, уборка листвы, смета. Вроде посчитала, вес листвы влажный, тяжелый. Вроде как даже и меньше взяли. Но понимаете, убрать листву, прежде чем газон там делать, за миллион рублей. Это позор. Это позор. Поэтому вот все в накладные сметные. Пускай ХАЗУ там, кто занимается вот этими подготовками. Или, опять же, часто возмущает Наталья Владимировна, а почему вы в офисах не пропускаете установку зеркал? Мы берем установку гарнитурных полочек, там, да, расценка. Я говорю, в офисе нет. Ну, при капитальном ремонте. Никаких установки зеркал. Это прихоть заказчика. Вот пускай со свои деньги через ХАЗУ и ставит. Пускай накладные сметные идет, это все его. А если это зеркало в ателье, это уже идет как оборудование. Его обязательно надо поставить и смонтировать. Или где-нибудь танцевальный, там, да, зал ремонтируем, там зеркала обязательно установим. То есть оборудование, да, или вот эти работы должны носить целевой характер, а не как приходить с заказчиком. Квартира тоже, если квартира идет, сами такие квартиры, да, тоже нельзя зеркало ставить. Нет, в ванной комнате почему нет? Нет. Нет. Ну, не за счет, а ну, не за счет государства. Нет, если пожалуйста. Квартира для инвалидов, допустим, да? О, инвалидов, да. Это вот это как нет, раз возвращаемся. Что у них там какие-то вот подъемник гидравлический, надо ставить или нет? Да, конечно. Ну, рассмотрели раздел инвалид. Составили, да? Обязательно. Об инвалидах речь да. Не идет. А детям сиротам тоже нельзя зеркало ставить. За счет государства. Детям-то тоже желательно там в школе зеркало, там все это, да, социальные объекты. Спортивные. Тоже как бы да, допускаем спортивные, но виза может тоже, вот эта вот школа, я вам говорила, она тоже Минздрав и школа, то социальные вот эти объекты, она ко всему придирается. Ни краску заменить из расценки нельзя, ничего. Хоть родители собрали, хотят деньги дают на покраску школы, не пропускают экспертизу. Красьте простой воду, да, все. Никаких, никаких бекерс, ничего. Так, что у нас еще? Вот как раз перечень статей накладных расходов, где у нас с вами идет все желания заказчиков административно-хозяйственные, да, работа, организация работ. Здесь у нас пожарная охрана труда, да, и вот тот же вот коврик, да, коврик, резиновый коврик, когда электромонтажная работа. Идет серьезный миллиардный, говорю, проект, миллиардный, вдруг лоб, смейте, коврик резиновый. Все вот эти коврики, плакаты, это все инструкции по технике безопасности, это все по статье накладные расходы. Не позорьтесь, коврики не ставят. Хотя по проекте должен быть прописан. Ну и что он прописан, пускай, но это пойдет по накладным расходам. Иначе не примут. Не примут. Ну, то есть, не титульные, да, вот временные здания сооружения. Не путайте.
с титульными временными зданиями, сооружениями. Да? Не титульные это накладные, а титульные у нас отдельно с вами. Временные здания и сооружения с перечнем вот этих вот ВЗИС, так называемых ВЗИС. Помните еще такой момент ошибочный. Пусконаладочные работы при возведении временных зданий и сооружений мы относим не к пусконаладочным работам, а включаем в главу временные здания и сооружения в графу «Прочие» сводного сметного расчета. Здесь вот будут, ну, если трансформатор мы временно поставили, да, там наладочные работы должны пройти, и мы включаем графа «Прочие», а глава «Временные здания и сооружения». То есть наладка пошла туда, а не в девятую главу «Прочие затраты». Ну, это вот по статьям затрат, да. Ну, опять мы с вами говорим, накладные сметные для ФР свои методики, да, это 33 и 25 МДС и 34 для районов Крайнего Севера, для ТСН свои. Так, какие у нас еще ошибки с вами бывают? Это коэффициент 1,15 и 1,25, да? Вот, так, вот мы все рассмотрели. Вот 1,15 и 1,25. Он применяется. Когда? Когда мы берем с вами на статус ремонт, на ремонтные работы не хватает расценок, а некоторые их, даже когда хватает, стараются взять из нового, что, собственно говоря, вот мы сидим и проверяем и возвращаем к ремонтным сборникам. Не надо в новое, в ремонтных они выше. Зачем идти применительно в новое? Взяли из ремонта, если чего-то не хватает, мы берем из нового строительства. Это сборники ФР, ТР, без всяких М и П. ГЭСН просто, да, и третья глава ТСН, глава, да, мы называем. Вот только тогда мы можем применять 1,15 и 1,25. При этом накладные расходы уменьшаем на 0,9, а сметную прибыль на 0,85, если нет исключений. Вот эти вот промышленные здания, например. Хорошо, применили. Понизить не забываем накладные сметную, да, настройки нам позволят автоматически при правильном настройке программы. Но можно ли применять 1.15 и 1.25 к монтажным работам? Если мы применительно в ремонте берем монтажные, демонтаж. Да? Ну, демонтаж, понятно, нет повышающих, а М. Нельзя, да? Потому что монтажные работы, другой вид работы, у них свои коэффициенты 1.15 и 1.25 не распространяются. Но исключение есть. Это ТСН. Это ТСН в общих положениях, в ТСН прописано, что 1.15 и 1.25 применяются для четвертой главы на монтажные работы в тех случаях, когда работы по монтажу оборудования входят в комплекс работ по капитальному ремонту и реконструкции на объекте, находящемся в период проведения работ в эксплуатации. То есть спрашивают, а где это можно применить? Это общее указание к сборнику, к базе ТСН, пункт 225. Точнее, это капитальный ремонт или реконструкции, да, и находится в эксплуатации. Тогда к монтажу можно только для Москвы. Никаким пусконаладочным ни там, ни нет. Потому что кто-то умудрился пусконаладки взять. Ни в коем случае. Это вот политика вот этих вот индексов. Ну, тут тоже есть и спорные вопросы, и консультации, да, потому что ну, моменты есть всякие. Не берем мы 1.15, 1.25, хотя официально практически это нигде нет, при очистке щетками по 13-му сборнику защиты конструкции. Не берем мы, сегодня я правильно проверил, подрядчик не взял, при разборке бортовых камней по 27-му сборнику. Почему? Потому что эти работы, несмотря на то, что они в новом строительстве, они носят характер ремонтных и расценки завышены и так при разработке. Да? Тут надо историю еще разработки знать. Так завышены. Поэтому к ним не берем 1.15 и 1.25. Соответственно, 0.9 и 0.85 с вас тоже никто требовать не должен. А то есть такие заказчики, которые 1.15 25 не берем, не ставим. А где понижение 0.9 0.85? Я говорю, а с чего его понижать-то, если нет повышения? С чего же мы будем понижать накладные расходы и сметную прибыль? По правилам, умолчание.
молчание на той стороне трубки. То есть вот это понятие, ну, полностью отсутствует применение этих коэффициентов. Будьте внимательны. Да, есть исключения. Есть исключения. И к ремонтным, конечно, не берем. И мы не берем их к демонтажным работам. На демонтаж нет. Демонтаж вообще считается никаких повышающих. Ломать не строить, разобрать легче, чем собрать. Ну, не согласны, конечно, мы с этим. Но так и разработаны расценки. Порой снять там, сохранением труднее, чем сделать новое. Нет. Но мы помним, что у нас конструкции должны быть в освобожденном состоянии. А мы просто берем демонтаж электропроводки. А то, что найдет в трубе, то, что найдет в подвале, там бог знает, это мы забываем, да? Или перекрытие снять. То, что демонтаж перекрытия. И вот мне бились вот этими коэффициентами. Я говорю, зачем вы бьетесь? Перекрытие, прежде чем его снять, его надо пробивку сделать, разборку, освободить конструкцию. И когда она взяла эту пробивку борозд, на 100 миллионов набрала. Ну, а мне что, подтвердить длину вот этой вот пробивки, глубину, заказчик подписал, все. Спокойно взяла без всяких накруток этих коэффициентов, которые не положены при разборке. Помните, да? То есть можно ряд других работ взять, чтобы освободить ту или иную конструкцию. Не забывайте. Это тоже можно хорошо крутить. НДС не забывайте смотреть, да? Прайсы. Поэтому смотрим прайсы, коммерческие предложения с учетом НДС, без учета НДС. Ну и, соответственно, программа нам, смета Ромпера позволяет, да, даже если у вас идет накладная там, да, или прайс идет с НДС, вы можете поставить, включает НДС галочку, да, чтобы не ошибиться. Что раньше пересчитывали вручную, если с НДС там, и так далее, туда-обратно. Сейчас все это позволяется. Так, налог, да. В конце налог не относится на сметную стоимость. По-хорошему, значит, Барановская, вот, не рекомендует тоже, Барановская Наталья Ивановна, автор, да, вот, это Горячинская компания, из Питера Наталья Ивановна, доктор наук, да, ну, у нее вот этот учебник замечательный, сметное дело, там все четко, ясно и понятно, ну, налоги-то есть налоги, налоги есть налоги, не рекомендуется их брать в сметах, но заказчик не понимает, и все равно в конце мы как бы свои итоги прописываем НДС. Не должны мы на это смотреть. Сметная стоимость не включает налоги. И лимитированные затраты тоже, кстати. Сметная стоимость – это прямые затраты, накладные расходы, сметная прибыль – все. Все. Лимитированные – лимитированные, налоги – это налоги. Но раз просит заказчик, мы, конечно, должны поставить. Оборудование и материалы – тоже подходы. Пожалуйста, отличайте, да, где оборудование, где материалов. Тут вопросов тоже много и спорных. Да? Почему я говорю, сделайте смету отдельно на оборудование. Да? Вы возьмете ZIP, и оно пойдет отдельно, как оборудование со своим коэффициентом, дефлятором и так далее. То есть материалы, грубо говоря, материалы, то, что вот закупили, провели работу с помощью этих материалов, и они перешли в объект недвижимости. И со счета их списали. Вот это материал. Оборудование будет в дальнейшем эксплуатироваться, ну, служба эксплуатации, да? Поэтому здесь такое отличие. Дальше. Все было бы хорошо. Да, еще как мы смотрим. Если, так, ну, вот здесь пример у меня есть. Если нет у нас оборудования на подстанции блочной, да, не в учтенных ресурсах, не в тех частях сборниках, не в ценниках, тогда это не материал, а оборудование. Такой подход. Посмотрели, нет среди материалов, значит, это оборудование. Такой. У нас есть подход. И третий, это у нас еще, смотрите, накладывает ограничения ПБУ, по бухгалтерии. Да? То есть оборудованием считать будем то, что больше определенной там суммы. Здесь бухгалтерия говорит, смотрите, как вам надо внести оборудование. Тот же кондиционер, обычно смет-система, к оборудованию, к материалам. Или извещатели. Извещатели, ну да, пожарные, явно, вот, где они у нас. Вот. Это что? Оборудование. Оборудование. Не материал. Хотя копейки стоят.
Понимаете? С него, с оборудования мы будем считать сигналы в случае, если у нас автоматизированная система. С каждого прибора будет сигнал. Помните при пуске наладки? А материалы все. Материал это кабель, например. Все ушло. Часто путают обратно. Вот есть такой момент. Щит, да, пришел с начинкой, это что? Ой, с начинкой, дорогой, это оборудование. Нет, это как материал. Все готово, ничего монтировать. Не надо, это материал. Считается. А без начинки, там полно монтажных работ, да, если в розницу все пришло. Это шкаф, пустой шкаф считается как оборудование. Вот тут наоборот. Понимаете, наоборот. Тут очень, да, бывает сложно. И повнимательнее. Прошу прайса всегда, да, разложить, что входит в этот шкаф, например, да. Что у вас будет уже установлено, а что надо будет заново под объект установить, подключить, да, к объекту. Автоматы считаются, например, что они установлены, но подрядчик кричит, я в дороге собью, там, да, что-то мне нужно отдельно потом поставить и настроить автоматы вот тут в счетах. Тоже берут как монтажные работы. Тут надо действительно смотреть и согласовывать. Проводите вы их или нет. Динрейка. Динрейка, например. Полоска небольшая. Но берут как раз цинк. И я не пропускаю как раз цинк. Только как материал. Только как материал. Потому что та динрейка, которая у нас расценка, это для подстанции. Это не та динрейка. У нас просто полоска. Ну, металлическую полоску. Если много портов, то одну полосочку прикрутить, это можно. Можно взять, но не больше. Обычно как материал. Страхование отменено. Сейчас я закончу. Все. Ну и примеры нарушений мы, в общем-то, рассматриваем на занятиях. Так. Там написано автоматы, да, устанавливаем на конструкции с учетом монтажа этой конструкции. Смотрите, где обычно это автомат, мы даем расценку там пониже. Применительный прибор. Да. Сейчас. Да, прибор. Есть расценка, сейчас не скажу. Но посмотрим, она там дешевле, да? Потому что вот этот автомат, как расценки, это конструкция. Это конструкция. Но однажды мне встретилась, действительно, конструкция делается целая. Пришлось пропустить, как на конструкции, да. То есть те, которые в щиту? В щиту нет, это как прибор, да, как обычный прибор. Еще вопросы? Какие еще вопросы? Давайте. Еще что у нас такой вопрос был. Вы не могли, да? Проекта не было. Ну, потери, скажем так. А когда мы его в общежитии проходим? Относящийся к университету, а общежитие студенческое. И вот мое руководство, хотя я с ним спорила, все-таки настаивали на типовом проекте. Правильно ли это? Ну, сейчас нет типовых проектов. Но нет, чтобы не заказывать проект, типовой, давайте типовой хотим. Ну, они же похожи. Очень много по Москве, да, интересно. Ну, экспертиза. Что сказал, да? А на экспертизу непонятно. Вообще, это... Я тоже понимаю, что это неправильно. Когда было это, да? Пока нет. Не вступило в силу. Слушай, сказала, не вступило в силу. Положение типовое. Оно есть, но оно не в силу. То есть неправильно? Ну, неправильно, конечно. Просто не захотели ничего. И еще, знаете, вот помните, мы с вами говорили по поводу лифтов, как опасно все-таки оборудование. Надо на экспертизу отдавать? Да. Тоже говорит, что нет, потому что это убрали с списка опасных объектов.
да. Я тоже спорила с этим. Но я говорю, не надо экспертизу. Опять же, в проекте, я как почему завернул проект, нет заключения осмотра авиаторного шахты. Я должно знаю, быть в начале, да, обязательно в начале, да. А проектная, ну, там, организация, которая связалась, они говорят, нет, это ни к чему, это не должно быть. А, у нас все по полной, все по полной, обязательно экспертиза. Отдельно идет, отдельная организация, которая лифтами занимается. Все, у них все, вся документация есть. Ну, потому что это опять вот. Ну, а кто на себя возьмет ответственность? Вот, и никто не хотел брать. Так тогда дайте на экспертизу. Экспертиза для того, чтобы разделить ответственность. Конечно. Она значит, это закон заказчик взял на себя все. Угу. Будем ждать результата, дай бог. У вас какие вопросы? Ну, слушай, да. Приходите, приходите на семинар, конкретно практика. А, еще что-то такого дела. Вот составляем сметы на ремонт, не капитальный ремонт квартиры. Ну, вот, угу. Социального жилья, да? Экспертизу должны.